Всем привет! Давно не выпускал видео, уже очень-очень долго. Сейчас для вас вот видос монтирую. Не совсем хороший, но сгодится. Как всегда, если вам нравятся мои видосы, то ставьте лайки. А иначе я буду очень-очень поражен. Насколько вам не нравятся мои видосы. Поэтому ставим лайки, подписываемся, ставим колокольчик после того, как подписались, естественно. Ну и желаем вам удачи и приятной жизни. Скоро будет видос, еще один, аж в субботу. Это сейчас аж вторник. Блин, меня бесит вот эта вот випка. Премиум вот этот. Типа, ты хочешь сказать, если тут вообще даже на крапельку вот такой вот тупые. Тот, кто нажимает сюда на кнопку, тот и лох. Да. Я хотел по скорости видео монтаж сделать. Так, ну, это выглядело бы прикольно. Ты что, тупой? Блин, тупые. Вот никогда не покупайте премиум. Никогда. 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 Просто никогда не берите. Никогда. Вот просто скачивайте старую версию, а там уже аж не будет вот этого вот премиума. Тупые. Так, значит, память файлс. Так, что это? Да, я понял. Это было так.
так как тогда, как и сейчас. Эх. Да нет. Вырыхлят. Чё? Вообще где? Подожди. А я думала, так кто что-то сфоткал. Так, я вернулся. Смотрите, это какой-то пацан продает тут вещи. Тут еще где-то были цены. Сейчас. Так, кстати. Это вот это самый, ну, именно выполнимый. Ну, почти самый невыполнимый квест. 2 миллиона батлпоинтов. Хотите, я вам сейчас покажу невыполнимый квест, который еще никто в этой игре не выполнял. Да, это вот тот вот нижний, вот этот вот. Этот квест никто не выполнял в этой игре. Просто никто. Это невозможно. Причем это грандмастер. Тогда у меня был Wi-Fi. Да. Да, это я вам даю. Типа подсказку на код. Если вы хотите гиперкрутые вещи, вот смотрите. Тут всего потихоньку. Смотрите. Все вещи. Все в этой игре вещи. Код. Я уже помню его, я его не запоминал. Но помню. Кстати, а я тут не видел то, что... Оказывается, нет, не просто поля, тут по семеркам, по девяткам, по восьмеркам, по пятеркам. Так, смотрите. Код I'm... Ну, первая буква большая. I. Потом M маленькая. И favorite. F большая. Это без пробела. Ну, это... Другое. Вообще... Дарить надо. Теперь все сначала. Но я далеко не отошел, как бы. Потом, ну да, так как много было трейдов заблокировано, так. Это у меня пятерочный Веревульф. X5 тикетов, X5 тритов и X5 гамдропов. Да, кстати, это... Мне так нравится этот цвет. Вот это, кстати, посылочная пещера. Она довольно-таки редкая. Это то, когда я... Ну, вы сами уже можете заметить. Вы прекрасно можете заметить. Это я уже имею ее. Это 100 миллионов я получил. Вот тоже. А. Еще одна демон пи. Потом у меня было слишком мало... А, нет, это другое. Это уже еще раньше. Это вы уже все видели, короче. Кратко, новых скриншотов не особо много. Да, гим-трофи, потом трофи и гим-трофи. А как им менять, я не понимаю. Это все шар.
Нет, если это Шайни, я сейчас буду в шоке. Ну, это я. Ровно 4000 happiness. Кстати, кто сильнее в бэйби-симуляторе, пишите мне в комментарии. Так. Ну и все. Скриншот. А, да, я. Что это? А, пустой экран мне не нужен. Вайбер. Удаляем, 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 удаляем. Кроме вот этого. Удаляем, удаляем, удаляем. Может, фотка занимать 8 мегабайт. Обычная фотка. Может, мне просто потом вот это вот недостающие файлы скачать. Это все удаляем, 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 удаляем. Что было? Неважно. Ладно, их так жалко терять их. Вот эти вот скриншоты. Ну, придется. Я выбил Overlord. Ну, он что-то называется Overlord. У него статы очень слабые. Очень. Я просто бомбил тогда со статов. Какие же у него маленькие статы. Как там сверху выбрал? Так, вот удаляем. Там мне не надо. Там мне тоже не надо. Там мне тоже не надо. Не надо. Нет, я это много раз видел. Не надо. Как-то мы удалим? Нет. Вкратце. Я к вам вернусь, когда все, ну да, чищу.